как съездил в чистый Питер? Ну, я с Апсани. Вот, туда нормально доехал, обратно, блядь, я там дважды на массаж сходил, просто починил себе спину, думаю, блядь, замечательно, прекрасно, чудесно. Поехал обратно на Сапсане, уебал все, блядь, еще хуже, чем было, блядь, сейчас так болит поясница, просто ужас. Ну, ясно. Матч сыграл еще там, вот, очень много времени дали, огромное спасибо за это. Что вообще думаешь? На тренировки сходил. Покушал, кстати, в ресторане Медкоин еще, очень всем советую. Ну, ясно. Как футбол поиграл? Как команда? Ну, я думаю, ну, блин, я, конечно, без мяча был, как обычно, практически, вот. Команда, да все прекрасные ребята, чудесные вообще, как-то очень подозрительно, как-то тепло, блин, все общаются. Подлянку теперь жду, блин, эти палки. Они все какие-то добродушные, это аж бесит. Правильно мы понимаем то, что если чисто Питер пройдет в стыке, то ты окажешься у них в команде на FL 4? Во-первых, я надеюсь, что чисто Питер... Ай, бля, как блин, спина. Во-первых, я надеюсь, что чисто Питер пройдут в стыке, потому что мне кажется, что из всех команд, которые есть в этом списке, они достойны больше всего. Вот. Но это с точки зрения зрителя. Вот. А окажусь я или не окажусь в этой команде, вы узнаете в следующей серии. Да я не знаю еще. Вылси, как говорится. Вылси. Ну ладно, спасибо. Ну давай, йоу. Йоу.